Условно желтый уровень опасности. В Югре введены повышенные меры антитеррористической защищенности. В нашем регионе уже несколько дней проходит учение спецслужб. Во вторник в рамках тренировки был якобы подтвержден сигнал от правоохранительных органов о возможности теракта. В целях организации деятельности по противодействию его совершения решением председателя антитеррористической комиссии Югры в границах Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района установлен высокий желтый уровень террористической опасности на срок не более 15 суток.